Вопросы есть и к состоянию зеленых насаждений Иркутска. В городе завершилась обрезка деревьев. Анастасия Смирнова выясняла, насколько грамотно прошла эта процедура и насколько она необходима. Смотрим. Куриные лапки теперь украшают многие дворы и улицы Иркутска. Так выглядят деревья, к которым недавно приезжали парикмахеры. 1 декабря в городе завершилась обрезка насаждений. Под пилы и секаторы в этом году попали 8 тысяч растений. Мера эта необходима, чтобы активировать рост новых побегов и избавиться от старых опасных веток. Это не очень эстетично, но лучше обрезать, чтобы на голову не падали ветки. У меня у знакомых крышу ветка пробила, и ничего хорошего не было. Но обрезка деревьев – наука точная. Недостаточно просто иметь инструменты и желание избавить ствол от сломанных веток. Определить, необходимо ли насаждением стрижка, могут только дендрологи. Это специалисты, знающие все о деревьях и кустарниках. И только они дают рекомендации по корректировке крон. Но таких сотрудников в городе немного – 7 на весь Иркутск. Конечно, специалистов хотелось бы побольше. И думаю, что хорошие специалисты, они всегда на вес золота в любой сфере. Поэтому мы надеемся, что дендрологов у нас будет становиться больше. Сухая древесина удаляется до здоровой. То есть если веточка заражена, то ее обрежут до здоровой древесины, пока не начнется. И уже после этого идет формовочная обрезка. Поэтому да, иногда может быть кажется, что ветка как-то сильно обрезана. По мнению садоводов Иркутска, городу не хватает не только дендрологов, но и специалистов, правильно выполняющих обрезку деревьев. Некоторые кустарники, которые изрослись, да, то есть они вышли за пределы своего роста, они выше стали по росту, да, там выше 2 метров. Некоторые деревья обрезают без учета того, что у них крона может дальше не отрастать, да, то есть подрезают и оставляют в таком виде. В вузах нет направлений специализированных, да, то есть те, кто выпускает именно садовников или хотя бы делают дополнительное образование, чтобы были садовники, которые именно для обрезки. Сейчас в городе проходит приемка экспертизы уже обрезанных деревьев. Специалисты осматривают растения на предмет нарушения обрезки и в случае выявления устраняют их. Но можно было бы обойтись и без работы над ошибками, если бы хватало специалистов. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин, новости по будням.